Вот сегодня у нас, по-моему, 30 октября 2015 года. 31-е. Первое сегодня. 31-е. 31-е. Да. 31-е. Ну да, 31-е. Вчера, значит, 30-е было. Ну вот мы неделю назад, как приехали в субботу из Потеряевки. Ты, Никита, работал, помогал там у Ольги. Их попросили освободить помещение, библиотеку у нее тут перевозить, ломали и все. Ты трудом доволен? Доволен. 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 На тебя жалоб там не было? Не было. Володя, как? Нормально. Нормально. Но ты как-то, когда в Потеряевке были, мы с тобой разговаривали, что тебе скажешь, у тебя, говорится, мимо уходит. Я поставил задачу развить тебе память. Ну, у меня свой способ развития памяти. Это через обязанности. Какие это обязанности? Не забыть, вот как ребенку говорят, чашки помыть, там, магазин сбегать. Ну, ты вот задержался в развитии 5-летнего ребенка до 26 лет. Я ставлю задачу почти невыполнимую, потому что впереди препятствия для памяти. Главные враги вторглись. Главный враг – это блудная жизнь. Ничто так не поражает память. И теперь я узнал, есть другое. Про твою жизнь я не знаю, а вот компьютерные игры. И ты не 4 года, оказывается, а больше занимался. 4 – это уже ты мертвый. Годы. Он полностью пожирает мозги, и человек к жизни не приспособлен. Нормально мыслишь. Как только что-то деловое делают, у тебя все вот так переворачивается. Никак. Ну и наркотики. Оно у тебя, значит, переплелось, спаялось вместе это все. И мозги как кирпичи сделались. Я стал тебе давать какие-то простые маленькие обязанности, чтобы ты помнил. Ты их забываешь тут же. Я говорю, записывай. И не в одном экземпляре, в кармане держи, по утрам читай, днем несколько раз открывай, чтобы у тебя в мозгах начало отпечатываться. А разговор был такой? Был. Так, посчитай, какие у тебя были обязанности. Где-то, я сказал, напиши печатными буквами, ты начал писать какой-то там бумажка печатными на крепкой твердой бумаге. Бумагу дал тебе, все, и ты начал писать. Погромче говори, чтобы я слышал. Ты вот приехали в Барнаул, ты ни разу не спросил, потому что обстановка изменилась, и то, что ты там должен был делать, здесь другая обстановка-то. Мы были там на кухне. Кухня, и больше ничего нету. Помещение живем в другом, это отдельная келья такая, где там где-то у нас сколько квадратов, наверное, 10 у нее, или 12, ну, например, это кухня вся. И там какие-то обязанности у тебя были. Что-то ты не выполнял, я переиначивал. Ну и в конце концов как будто утряслось. Неделя прошла, и ты что-то из этого выполняешь или нет? Или понял, что обстановка другая, место другое, ничего этого не надо? Какое твое мнение? Нет. Почему ты за неделю ни разу не подошел и не спросил, вот там надо делать, а тут этого нету. Как мне быть теперь с этим? Ты почему ни разу не подошел за неделю? 7 дней, 7 ночей. Я это помню, жду неделя исполнится, тогда я начну разговаривать. Похоже, что ты и завтра бы не спросил, и не послезавтра, и вообще эта бумажка для тебя уже не нужна, так? Нужна. Ну нужна, а почему ты ни разу не подошел? Ты пришел здесь, хоть один раз ее считал, как приехали? Нет. Нет, но я тебе за тебя могу отвечать, я знаю, что нет. А раз нет, значит ничего тебе этого уже не надо было. То есть легкомысленно ты мой труд просто спихнул. А уже было что-то, изменения какие-то у тебя были. Я не скрываю тебе, говорю это. Хотя бы там, и сколько всего пунктов там было? 16. 15 пунктов. 15, это 15 ячеек тебе, 15 ямочек уже там будет. Давай, вопрос. Ты только отвечай, не молчи. Иначе я за тебя буду отвечать. Почему ты за неделю ни разу не подошел и не спросил, как быть с этим, с продолжением наших занятий по увеличению памяти у тебя? Или не увеличению, а чтобы Бог дал память, и там увеличивать-то нечего, пустота в голове. Ну, что-то я помнил там, про святую воду я помнил там, про некоторые вещи. Ну, на стол, за стол садимся, святая вода, только и всего, да? Из 15 одно правило ты. Ну, за котами я тут научился закрывать их вместо того. Ну, ладно, давай по порядку. Почему ты, я повторяю одно и то же. Почему ты ни разу за неделю не подошел и не спросил, как подкорректировать эти записи? На чем мы трудились-то? Ты сказал бы, там надо делать это, шарика выводить, а здесь шарика собаки нету. Я что-то должен делать это или записать другое еще что-то?
15 правил, которые ты бы все время муссировал, трес. И наконец у тебя бы, ты встал, у тебя одно дело, другое. До этого ты ничего нет, ты как сквозняк пролетаешь, и тебя нигде нету совершенно. Но я тебе говорил, ты никуда не годен. Единственное, куда только в попы. И тебя сразу же высчитали на Украине в попы. Туда приехал, и нашелся тут один человек, Дудин Сергей, сразу в семинарии не хватает, недобор, и вот тебя уже туда. То есть он видит, какой ты есть, он понял так, памяти нету, ничем не заняты, тебя ничто не касается, то есть совершенная беспечность и безразличие. То есть там он настоящий священник, видит израненного, прошел мимо в притче Христа, и он это правильно понял. Это такая когорта, которая ничем не интересуется. Это 99,9% такие они. Я уж не говорю о другом. Пока. Вопрос тоже. Почему не подошел за неделю, ни разу не спросил? Ну, ожидал же переезд свой со дня на день. Вот я уже вещи собрал два раза уже. Ну, неделя-то прошла. Неделя твоя неделя. Я помню. В данной ситуации я как учитель для тебя. Ты как ученик. И ты ни разу не сказал. Думаешь, неделя прошла. Ну, неделя-то, которая стирала в памяти у тебя то, что уже было немножко пунктирщиком намечено-то. Почему за всю неделю ты ни разу не подошел, не спросил, что тебе делать? Как корректировать теперь это в Барнауле? Ответить не знаешь, что? Не знаю. А я тебе отвечу. Беспечность. Безразличие к самому себе. Больше тут ничего нету. Это как-то сойдет. Дядька от меня этот отстанет. Ну и опять тот же самый Никита, который приехал сюда с Украины. Из Борисполя. Все на этом восстановилось. Но я с этим не согласен. Ты снова хочешь быть тем же, кем был? Или что? Нет. Ну знаешь, как Шариков. Профессор спрашивает, ты еще хочешь снова по помойкам ходить? И он в ответ ему что говорит? А может пищу там добывал, это другое. Вот я с тобой разговариваю на этом уровне сегодня. Я знаю, как там Адудин, это духоносный муж, он считает духоносный, а я не духоносный. Но у меня своя практика. У него ни к практике ничего нету, а одно только пустобрешие, пустословие. Он не подыскивается и подыскивается. Я прочитаю им сегодня их ролики, которые он сейчас у меня ворует и гадит на этих. Я ему разъясню, что он делает. Он не понимает, и поэтому тебе надо к нему ехать, хоть сегодня поезжай. Я тебя не держу. Но только этого тебе он не даст. Ни одной заповеди. Ни одного поручения. Давай по порядку считать. Я не хочу, и ты должен начать снова все это делать. И ты скажешь, желаешь делать или не желаешь. Притом делать с любовью, с желанием, а не то, что я тебя даванул, тиран тут, тоталитарный секретарь или что-то. Первое. Шарика, приводить собаку в лагерь на время завтрака и отводить обратно. Тебе не трудно было. Я сказал, бегать бегом можно. Засидеться там, ты пробежал, молодой человек, туда и сюда. Тебе это не в тягость было? Нет. Здесь ты этого не можешь сделать. Но мы договорились, когда ты приезжаешь, неделю живешь у Сергея. У Сергея. Если тебе понравится, там остаешься. Потому что, ну, ты знаешь, какие у нас были с тобой неурядицы вместе. Я сказал, мне тяжело, как этому Барменталю, он говорит. Ты уж не уходи никуда, возьми. Я замучился с этим полиграфом Полиграфовичем-то. Вот у меня такая же ситуация сложилась. Сергей согласился, я принял. Но мы приехали, обстановка изменилась. Срочно нужна была помощь, Ольга кричит. Ее вы там здание перекупили за 7, что ли, миллионов, это где она арендовалась библиотекой. Она частную библиотеку держит. Все, крушу отломают, я правильно понял? Да, уже все. Все. И вы работали там целую неделю почти. Я не знаю, в какой день вы пришли туда. В какой? Наверное, ну сколько вы дней там были? Где-то Ну, дня 4 были? Да, были. Ну, были, значит. Ну, считай, а тут у меня дней рабочих сегодня уже. То есть, может быть, даже 4-5 дней. Так, у тебя какие-то нарекания есть, что ты там работал, а тебе ни копейки ведь никто не заплатит за это? У нее нету? Нету никаких. Нету. С тобой, когда приехали, я рассчитался? Да. Да. Володя, с тобой рассчитался? Да. То есть, где мог? А я где могу? Только детские какие-то попадали, грошики. Я не могу ничего больше дать. Ничего. Вот. Теперь вам она работу там нашла 600 рублей в день, как будто бы. Нет. Нет? Нет. А те отказались от вас, да? Там полно рабочих уже. Ну, вот и там все. Там полно. Так, первое, Шарика, ты едешь к Сергею, у него две собаки, может быть, даже больше. Ты сразу же спроси, как ты можешь помочь ему утром выводить собак,
Ему надо выводить с одной легче, чем несколько собак. И ты не спрашиваешь даже. Ты, может, туда поедешь завтра. Завтра. Новая начинается неделя. Это мы еще посмотрим, как. Но тебе главное сейчас найти работу, прямо, чтобы, ну, на государственной работе быть. Мы не пензенские затворники. Ты видишь, как приучился. Это кто тебя научил так заплаты делать? Вы научили. Я научил. То есть ты мне подражаешь. Я в заплатах, и ты такой же. Вот такой-то у меня и будешь, юродивый здесь. Другим ты не можешь быть. Дальше. С Шариком договорились. У Сергея ты перехватываешь эту инициативу. Ему это понравится? Надеюсь, понравится. Понятно, что... Любишь, говорит, меня, люби мою собаку. Это поговорка, говорится. Второе. Термос. Каждое утро заливать кипятком, освободив его полностью прежде. Видишь, какие вопросы-то? Ну, это ребенок знает, ты этого не знаешь. Я каждое утро тебя спрашивал, залил? Хотя тут рядом-то залить Володя может. Но тебе нужна хоть, ну, какая-то обязанность, чтобы ты помнил, что ты должен делать. Ты здесь заливаешь? Нет. Нет. Понятно? Уже это выщелкнуто. Все. Почему? Володя... Ты ее не читал, ты уже ее отбросил, значит, ты ее не с любовью принял. А я драгоценнейшее время, которого у меня вообще нету. Нету. Нету, потому что я занят. И второе, что мне уже 77-й год идет, мне не этим заниматься. Но я тобой занимаюсь, раз ты приехал. Не Дудин же будет тебя учить этому-то. Ему это, ты, говорится, он со своей паствой не разберется. Мы видим, как попы здесь. Руку дал поцеловать, свечку купил, все, уходи. До следующей встречи. Они вообще не занимаются никем. И об этом говорит не кто-то, патриарх Кирилл. И тогда он видит, что священники не движутся. Он говорит, ну вы сами подойдите, прихожане, скажите, батюшка, ну как-то бы встретиться вместе, чаек попить там это. Ну, может быть, пощеперить, может, и не добавил он. Вместе. Вот ответ какой. Дальше. Ты это делать должен. Подметать, мыть пол. Это было. Подметать, мыть пол. Так. Тебе это трудно? Нет. Ты хоть раз подмел, приехал здесь? Нет. Нет, все. То есть и это ты выбросил, а это делаю я. Вот если не делаешь что, это делаю я. За тобой я следующий. Не так, что я приказываю, ничего не делаю. Я подбираю соринки дальше. Ты спросил, вот здесь вот у нас как-то ковер вроде бы. А как что делать? Ну, изо рта теплой водой сбрызгиваем, а потом щеткой и выметаем. Ну, щетка, вон туда, половичок убрать из-под ног. Покажи, какой там у нас кругленький, как у епископа орлец. Вот, тут кошки. И туда все это выметать. Ну, я нашел такой способ, когда вот это маленько убрать, весь ковер мы вытащить не можем. Вот посмотри у нас, как, Володя, как у нас на ковре стоит, вся эти полки, все это стоит. Ее нельзя вытащить никак. Но однажды я ее вытащу. Сейчас надо поднимать, говорится, домкратить. Потом вытащить. Тут стоит на нем стол, компьютер. Ну, абсолютно невозможно ее вытащить. Поэтому приходится хоть маленькое... Я беру метлу. Метла такая, какая-то капроновая там, или что она сделана-то. И это уже когда маленько увлажняет этот... ковер-то. И тогда выметает, потому что там она глубже забирает-то. И больше выметается этого мусора. Ну, а так ходим, где вот что-то беленькое попадается, каждый день надо убирать. Будешь это делать? Буду. Будешь, потому что ты ходишь. Дальше. И интересно, я вот на корабле был, на корабле, там вообще пыли ниоткуда нету. Но все время пыль. Откуда? Да из нас сыпется песок, потому что мы прах. И пыль, прям настоящая пыль. Вот когда спортсмены бегут и везде учат дышать носом. Есть один вид спорта, где можно дышать ртом. Где? Пловцы, когда у них рот все время раскрытый. Перед самой водой, и там пыли мало, и он рот раскрывает, и машет там голову опять под воду, и опять только хватанул воздуха, и опять. И все время там пыль. И непонятно, откуда пыль, которую в одежде мы привезли или куда. Вот он сидит, красавец. Ну и дальше. Будешь, значит, будешь, я тебе покажу, как это делается. Гальян, каждое утро проверять мордушки. Так, мордушки проверять ты не можешь. Тут рядом офь. Но ты бы спросил, вот это правило, не правило, а как сказать, обязанность, или как, назови как угодно, для памяти. Крючок такой. Но здесь нет возможности. Да, нет. Но мы приезжаем снова в Потеряевку. Ты трудился на трех прудах. Батюшку побудить, чтобы купили мальков.
такой рыбы, там, карпа, другой, если вода у нас там поднимется-то, и следить за этим, ну и ловить будешь где. То есть опять возвращается на то же. Мордушки, чтобы было не две, а может быть 22. Заботиться там плести, неоконченные, брошенные. То есть ты настоящий рыбак будешь. Тебе хочется это? Да, хочется. Это обязательно. Потому что ты уже кормилец, приносишь, дети будут есть. У тебя внутреннее удовлетворение будет. И ты делаешь как для Господа. Забросься с правой стороны. Господь рыбаков любил. Фактически он тоже был рыбак, потому что по его повелению он знал, где рыба и прочее. Он забрасывает сеть, как Иоанн Златоуст говорит, обычно стоит человек на суше и забрасывает в море. А Христос на лодке на море забрасывает на сушу и ловит стоящих здесь рыбу эту. Это интересно. Дальше. Кашу для котов носить нужно было. Погромче. Каша для котов. Кашу для котов. Варил ты ее здесь? Нет. Нет. А они едят неделю-то. У нас 3 кошки. А кто варил? Вова варил. Володя. Понимаешь, ты все на Володю сбагрил. Володя. Ну хорошо это. А ему варить-то не надо. Ему только носить надо было туда. Носить надо. Только носить. Да. А ты бросил здесь. Надо вынести там прохладно, чтобы она не прокисла у ней. Сережин остался этот собачий корм. Он оставил, я говорю, я его беру, бери, бери, он говорит, надо его искармливать, у него срок годности где-то. И помаленьку я добавляю это, я называю галушки. Ни разу не вспомнил. Тоже неладно. То есть ты сбагрил все с себя вот это. Трудился несколько я месяцев, и ты разом за неделю все смел. То есть тебе нужен контроль и строгий, не дудинский. Дудиновщина тут не нужна. Это только в дудку он дует сейчас, не знает. Я прочитаю ему 16-й псалом, чем он занимается. Определенно. Дальше. Телефон. Я звонил каждое утро в 4:40. Каждое утро звонил. Ты не спросил здесь, когда я скажу рядом, вот на полке лежишь ты. Ну, второй этаж. Плацкарта. Кверху там Володина, внизу лежу я. Ну и правильно, мне трудно подниматься. Володя всегда там наверху был, ну а это у меня для гостей. Тут у меня священник Нафанаил всегда спал. И гости приезжают, Витя когда приезжает. Ну вот, ты звонил мне по телефону, чтобы я не проспал в 4:40 утра, так? Так. Тут нет в этом надобности. Я встаю раньше вас. Почему? Потому что я раньше ложусь. Я встаю раньше, у меня свои дела тут, и помолиться, и я приготовлюсь, оденусь и стою у дверей, жду, когда... Вы зажгете телефон, видно, что я сразу включаю свет и быстро выхожу на улицу, так? Да. Так, то есть я дверь не открываю на улицу, почему? Вы спите, я выйду, а меня там хлопнули и вас тут захватили сонных. Этого не делать, к дверям не подходить, где мы вместе находимся. А один ты как хочешь, где-то у тебя дом будет. И тогда не открывай. Вот этот Яковлев открыл, его сразу убили, голову отрезал ему кришнаит, и вокруг престола обошел и голову установил там. А я ему говорил, Гена, не открывай, не открывай. Но Игнатий боится. Игнатий боится, Игнатий живой. Ты не боишься, лежишь в могиле. Сейчас на месте, где убил, там теперь эту, у них в бараке была церковь, убрали. Сейчас там какой-то памятник хотят или мемориальный что-то ставить. Не знаю. Обелиск какой-то прочитал. Дальше. Я попутал все, чтобы в другой раз не сказать об этом. Тут размораживают рыбу, если день не поздно, надо смотреть, чтобы достать. Ну, размораживать, смотреть где-то ты не можешь. Значит, как спросишь сделать это? Значит, речь шла за холодильники, чтобы он зря не был включен. На улице сейчас тепло, надо включить. Сейчас на улице будет минусовая, зачем включать, когда у нас тут полки, на полке поставил, и все можно делать. И это тебе остается для Потеряевки, когда приедешь, следить за этим. Если ты делаешь неправильно, я с тебя это снимаю, эту обязанность. Ты стал это по-другому делать, и мне это не надо. Я тебя сразу снимаю с этой. Дальше. Следи за шторками внимательно. Шторки. Что это означает за шторками? Ну, я смотрю. Как мы приехали, рано приезжали, с разъезда сойдем, а Потеряевки нету, и нам где-то надо найти копну и в нее зарыться. А днем мы уже там уже лагерь начинаем образовывать. Ну и приехали, и как-то днем пошли туда... на кладбище Малина. И у меня рукавичка потерялась. Ну, я и говорю, посмотрите, где рукавица. А почему кота развернули сюда вот эту? Это кто так сделал? Он вылазит уже с этой стороны. Это кто так сделал? Как с этой? А?
Ну вот где вылазит. Она была стоя. Это ты, твоя работа. А, моя. Понял? Вот это вот, вот ни разу не стояла. И ты видел, что с той стороны. Даже никогда не подумал, что это можешь вывернуть. Кошка привыкла. Вот посмотри, где. Отойди маленько. Я так и сейчас я гляжу, он оттуда вылазит. Зачем ты это сделал? Да я ж не делал это специально, аж сделал. Ну ты не специально, но ты каждый день видел, что стоит так. Зачем ты переначал? Я не переначал. То есть ты не знал как? Ну, я подвинул, я не вращал, просто взял и подвинул как на место. Ну так было. Ты видел, что она не туда стоит. Да не видел я. Вот, вот это беда вся, ты слепой. Я сейчас разговариваю тебе, вот теперь на другую сторону. А. Ну видно, что там тряпочка прибита, которая закрывает шторка. А. Посмотри сейчас, где. Все, все. Закрывает. Шторка с какой стороны должна быть? Ну, туда. Оттуда. Тут... Оттуда она? Да. Оттуда. Да. Ты даже непроизвольно, вот это непроизвольно у тебя, но все время на выворот. И что перевернулось, это естественно для тебя. И даже не надо не обижаться, ничего, но оно уже стоит. Я живу здесь, допустим, 17 лет, и ни разу на эту сторону не было. Ты неделю живешь и видишь ту сторону, но сегодня утром развернул ее так. Зачем? Никогда не объяснить. Это какая-то особая у тебя программа на вывор делать. Дальше. Убирать бумагу для печки. Так, подожди, мы не коснулись шторки. Что значит смотреть на шторки? Вот я говорю, посмотрите, я рукавичку потерял. Ну и не посмотрите. Значит, ходят они между могилами, малину оббирают там у нас в Потеряевке так. И рукавица-то нету. Я иду, рукавица лежит моя. Гляжу, над ней стоит Давид. Ну, парень. Я говорю, а что ж ты не сказал-то? Ну, вы сказали посмотреть, я подошел, вижу, лежит, я стою, смотрю. Не поднял ничего, встал на рукавичку, стоит, смотрит. Верхонка. Ну, ты, я посмотри, то есть, ну, поглядите, дальше это означает найдите. И дайте знать или возьмите мне ее принесите. Нету, он встал и стоит, смотрит. У тебя вот это вот и есть. Это здесь не буквализм, ничего, а просто наклониться надо, сказать и маленько мысль повернуть подальше. Ну я нашел, дальше что? Дальше, значит, взять, отдать хозяину. Библия говорит, нашел вола потерянного, верни хозяину. Это уже у вас запредельно далекое. Что означает шторки? Шторки, посмотри шторки. Чтобы не было щелей там. Нигде. Комарик, чтобы носа не подсунул. Там двойная. На уровне вот такой головы человеческой, там вторая шторка идет. Две шторки должны быть намертво закрыты на всех окнах. Только тогда зажигать свет, так? Да. Ты исполнял это? Ты же видел, когда шторка вот настолько у вас до низу не достает, и все видать. Вот мы пришли к одной, вот, ну она теперь уже на пенсии, наверное, врач. Девчонка была. Хорошая девчонка. Мы пришли, а мать ее, она наша прихожанка, зашли в комнату, а у нее комната отдельная, они на квартире живут, и шторки вообще нету. А почему шторки-то нету, Наташ? Да никого там нету, а там вот так вот проход сделан, там во дворе, дальше еще дом один. Она тут переодевается, раздевается, полностью открыта на первом этаже. И никого нету. Я вышел, трое ребят стоят на заборе и вот так смотрят оттуда. А она-то не видит. Тот, кто находится во свете, он не видит. А его-то видно. Почему богач видел, говорит, это Авраам, а Авраам его не видит. Почему? Потому что Авраам во свете, а богач притчи Христом выведено в Евангелии от Луки. Вот причина какая. Да откуда? Ребята стоят, ребята, 17-20 лет, они стоят, смотрят, как у тебя тут стриптиз идет. Тебе это надо? Да никого не было. Тебе не надо знать, шторки должны быть. Шторки. Я говорю, в газете «Труд» была статья «Упырь». Он убивал людей с целыми семействами. Так что вызвали воинскую часть и охраняли, и наконец поймали его. А как вы знали, кого убить? А шторок нет, я вижу там сколько человек, я подойду, увижу и все. Залазил в окно, окно открыто, чтобы хорошо дышать было. Кирпичом убиваю мужа. Тихоря, а теперь со всеми расправляюсь. А другой мужик придумал так, с ружьем выходит, сигнал. Хозяин только выходит, он сразу на крыльце его застрелил, зашел, все забрал и ушел. И подряд и стреляет. Тоже поймали упырь. Зачем вы упырям даете работу лишнюю? Ты сразу прям приди к нему и скажи, что я жить не хочу, убей меня. Вот кирпич ему принеси или заряди ружье ему. Уж дальше-то маленько, можешь шагнуть-то. Зачем? Житие святой Дросиды. Во времена Адриана так было. Тогда царская дочь. Христиане сами.
на себя заявляли, я верующий, чтобы получить венец от Бога. И они тогда сделали табличку, разожгли доменные печи и сказали: христиане, избавьте нас от труда вас искать. Приходите и в печь бросайтесь. И они приходят и в печь залазят. Так что церковь специальную указ издала не делать этого. То есть можно довести людей до чего угодно. И все будут прославлять Иосифа Волоцкого, русского Сталина, церковного Сталина. Дальше. Убирать бумагу для печки. Так, за шторками закончим. Ты приехал сюда, смотрел, проверял каждый вечер? Три окна у нас. Ну так, чтоб нет, не хватило. Ну не проверял, нигде не проверял. Ни вторую шторку, которая там, ни первую. Почему? Почему ты листик-то забыл, и все прахом пошло, как говорится, к псу? Тебе это не надо? Надо. Я бумажку надо. Твою эту не заставляю тебя носить. Не надо, значит. Оставайся в прежнем состоянии. Что, хорошая бумажка, как написано. Ну, хорошая бумажка. Хорошая. Хорошая. Бумажка. Почему за шторками не смотрел? Неделю. Вам доверяю, вы хорошо. Вот, понятно, молодец даже. Да ты хоть бы меня предупредил, что я у тебя в подчинении теперь. Он мне доверяет. Да я благодарю тебя за доверие. Наконец, хоть я приехал начальник с Украины. Я не то имел в виду. Но я не знал даже, как со шторками-то быть. Ты хоть научи меня правильно-то. И теперь ты мне доверяешь. Все-таки я вошел к тебе в доверие-то. Молодец какой, Никита. Благодарю, брат. Дальше. Да мы не так поняли. Будешь ты смотреть? Нет. Буду. Может, я тебе доверю? Или зря я тебе доверил? Ты все равно бросил. Буду, буду. А ты мне не доверял, даже не сказал, что ты доверил-то. Ты меня не предупредил. Че? Я не в том смысле, что доверяй, как вы как будто подчиненный. Просто вы сами тут ориентируетесь хорошо. Я как и все. Так тебя когда не было, все, что есть, я все ориентировался. Ты посмотрел, дядя Игнатий все делает, и ты вообще не нужен. Понимаешь, как хорошо ты рассудил? Ты почему раньше-то со мной не встретился? Буду проверять шторки. Будешь проверять. Потихоньку подойти и чуть-чуть глянуть, чтобы только с улицы тебя не было видно. Дальше. И свет не зажигать, пока шторки не опустишь и не сделаешь. Ты понял? Да. Иначе тебя сразу засекут. Еще что? Убирать бумагу для печки в отдельную коробку. Во избежание пожара тщательно подбирать. Вот она у нас, печка, та же бумага лежала. Ты подбирал ее? Подбирал, честно, подбирал. Конечно. Ну где подбирал? Там все время завалено бумагой было. Я подбирал-то. Зачем ты неправду говоришь? Подбирал. Не было ни одного момента, чтобы ты здесь ее подбирал. Там, а может быть какой-то. Все завалено бумагой. Теперь она в печке. Я ее убираю. Относительно шторок. Самые близкие люди никак к этому не привыкнут. Мы у сестры, она, кажется, на третьем этаже. Я говорю, а почему шторок нет? А дом вот так идет и вот так вот. А она здесь, а вот это здесь. Так а никого нету, я же на третьем этаже. Я говорю, выключи свет, смотри внимательно. Вот рядом открытое окно, и мужчина стоит, на тебя смотрит. Ты понимаешь, нет? Зачем тебе это нужно? Да я не дома у меня. Я говорю, шторки должны быть закрыты. Ну, замерзшие окна, на окнах-то сколько? А у нас колонка перед окнами-то. Я говорю, выключай свет, выключила свет, шторку открывай, смотри. И вот так вот, вытаяло. А почему она вытаяла? Нет, ты сказала, так, теперь никого ночью нет. Смотри, у колонки набирает двое, и один смотрит на наше окно. И мы как на картинке. Тебе это надо? Ты знаешь, значит, написано, остерегайтесь людей. Остерегайтесь людей. Евангелие от Матфея, 10 глава, 17 стих. Я поступаю по заповеди. Я живой. Когда где карман положил, что нигде не прижимаюсь. У меня за всю жизнь копейки никто не украл. Уезжают ребята у меня. Они приезжали в лагерь. Я говорю, ты зачем? Какой это карман-то здесь на заднице-то? Никогда у русского человека не было кармана на заднице. Это Америка придумала вас, манкуртами делает. Карман должен быть только здесь, где ты рукой можешь держать. Ну не будешь же ты держаться за задницу-то. Он положил, паспорт торчит. Доехал до сюда только, паспорт украли. Там деньги украли. На вокзале сидит, не поехать дальше, ничего нельзя. Ну я ж тебе говорил, кажется, Вячеслав. Я тебе говорил. Ну а как теперь? Да откуда я знаю теперь? Ты ищи, где кто взял-то. Да как его найдешь? Ну и все. Иди теперь работай где-то, заработаешь, паспорт выправляй, теперь поешь в Казахстан свой. Все, отдал.
А теперь начинают икру, как говорится, метать. Зачем это делать тебе надо было? Паспорт разъездился. Ты спроси любого милиционера. И они говорят, дверь должна быть на цепочке, чужому не открывай, смотри в глазок. Иди в милицию, поучись, как надо жизнь свою сохранять-то. Вы жизнью играете. Чувства самосохранения нет у русского человека. Нет настороженности. Поэтому один какой-нибудь там мусульманин на войне вас десяток вниз головой свернет. Вы не предполагаете даже. Вот Евгений, Родионов, да они сидели там, байки травили. Их взяли как цыплят жареных. А тебя бы не взяли, меня не взяли. Я всем это рассказываю. Вот я служил в ракетных войсках, в связи. Ну, на дежурство надо выходить. Отвели, на новый участок привезли, это где-то там воинские части по разным сторонам стоят. И у нас там склады, и надо охранять. У меня автомат, все как положено где-то. Начальство говорит, кто идет на дежурство, их во время развода, и говорят, сегодня идете на дежурство, поэтому после обеда вас на работу нельзя никуда брать, вы обязаны отдохнуть. Ребята в это время играют, что-то там шахматы, дурят солдаты. Я ложусь спать. Я один ложился только спать днем. Почему? Ночью мне на вахте. Ты понимаешь, нет, какая разница? Вот первый раз меня привезли на объект. Я пошел, лежу, колючая проволока в одном месте прорвана, я ее завязал. Посмотрел, там они, видимо, консервы ели. Консервы эти все повесил на нижнюю, чтобы они загремели. Я слышал хорошо. Лежу, маленькая собачонка. А у меня с собой взято, я ее тут же прикормил. И стал искать склады, проверил, везде запломбировано. Надо найти место, чтобы склады было видно, и меня не видно было. Наконец нашел, углубление себе сделал, скрылся. Все. Выбиваю 100 из 100. Я занимался стрельбой с детства. И знаю, ты предупредил, когда будете идти вахту менять, я не буду кричать, кто первым делом я застрелю, а потом буду кричать, стой, кто идет. Поэтому ко мне идете, издалека кричите. Предупредите всех. Да ты что? Я предупредил. И вы знаете, как я стреляю? Я положу на месте сразу вас. Почему? Потому что очень опасно. Ракетная часть. Предупредил? Пока я кричу, меня определили. Меня убьют, склады все остались на чью волю, не на мою. Так они издалека идут и кричат, мы идем, вахта. Я вижу, все, я тогда вышел. Проверка. Сразу отметили, бдительность. Проходит время, мне отпуск домой. Это чего-то стоит? Да их четверо там было, четверо. Да он бы пришел сначала, а они, эти чеченцы-то, как бы на машине на Рафике туда-сюда ездили, чтобы примелькались. И тут сразу заскочили в темноте и слышали. 400 метров от счастья там где. Крики-то, но ночью никто не пошел. Утром пришли, ни одного нету нигде. Теперь голову только собирайте. А я бы их как сделал? А они еще сидели, байки про баб травили, я знаю, чем занимаются где-то. А теперь ему святой. А что бы сделал? Четверо. Один остается здесь. Остальных распределил и не шевелиться с разных позиций. Что если они будут, чтобы ни с одной стороны они не могли скрыться-то. Я бы им чеченцам зубы прочесал. Понял? Да. Вот почему мне, когда меня допрашивали КГБшники, зная мою биографию, я говорю, ой, Игнатий Тихонович, вам бы только в наших органах работать. Бдительность, внимание из органов. Я знаю, какие люди выходят. Как у нас президент даже вышел. Я тебе это, сынок, говорю для того, чтобы ты был внимательный. Что означают эти шторки? И дальше? Бумагу для печки сказал. Да, договорились, а ты не брал ее, не трогал. Мы все вытираем, приехали, посуду мы не моем, а только чистой бумагой вытерли. И все у нас стоит, мы одни здесь, у нас заразы никакой нету. И бумагу бросаем к печке, ее надо подбирать и в ведро ложить, чтобы каждый не бегал. Это делал я. Будешь делать это? Буду. Чтобы ни одна бумажка не валялась в ведро, а потом я сжигаю. Дальше печку затоплю я, никому не доверяю этого. Святая вода. В отдельную чашку каждому брать свою ложкой. Это ты, кажется, единственное, что выполнял. Ты это делал? Я делал. Все. Это важный момент захватил ты. Еще? Хлеб. Нарезать всегда, чтобы был хлеб. Что делать? Хлеб. Хлеб нарезать. Вот вчера принесли хлеб. Нам одна Щукина Неонила пишет. Я ей даю 2 мешка муки. Она мешок один себе, а другой нам пишет хлеб. Прекрасный хлеб. Покажи где. И вот она принесла, часть сушит, а часть вот вчера я его разрезал. Вот он какой, какие она пампушки делает. Вот я их разрезаю и сразу положил сушить.
Смотри, чтобы кошки не залезли. Угу. Почему? Потому что несли в целлофановых мешках много хлеба, а другое остальное, вот оно все. Вот смотри здесь. Посмотри, как она их там подсушивает вообще. Я сказал вчера, это она тратит электричество, значит, 1000 надо дать ей сразу на электричество. Это, как она только придет сейчас, сразу дать. Вы даже не подумали, не говорите. Ты понял, нет? Мы платим. Но я сказал, что я плачу я. Вам не надо об этом. Почему? Потому что у вас денег меньше моего. Это по совести? Да. По совести. И вчера я сразу только принесли хлеб. Почему ты его не разрезал, не положил, чтобы он не заквасился? В голову не пришло. Даже в голову не пришло. На что он войдет, когда ты это отбросил? Ты этот пункт уже выкинул. А отсюда вывод такой. Я тебе больше этого не разрешаю. Мне это не надо. Хлеб слишком важный элемент нашей жизни. Этот пункт ты только должен помнить. В лагере. Здесь я тебе не доверяю. Мне достаточно. Один раз я тебе, говорится, спихиваю с пьедестала. Это моя работа будет. Но в деревне ты будешь это делать. В лагере, то есть. Давай. На раздаче еды. Ну, это не потом, вы снова меня это сдвинули. То есть, ты делал, ты готовил, я тебя разрешил, готовил-то. Тебя я с этого снял. Почему снял? Там какой-то момент был, там, я не помню. Ну, короче говоря, ты самовольничать начал. Я тебя сразу убрал и сказал, оставляй только раздачу, так? Так, все, да. Все, здесь остается это за тобой. Варит Володя, тебе не вернул прежнее твой. Ты не прошарпил, сейчас снимай сразу, мне не надо это. Надо делать точно, как есть у нас. Ой, да рыжая моя, да красавица. Вот, смотри как. Вот она, здесь место, где скребет. Диван они не скребут, дивана нету. А вот здесь она, раз, ее погладить. И они, смотри, как источили-то. Вот она выше. А это уже выше, это белый тут придумал. А им это нравится. Вот так. И она знает, это приятно. Надо до конца, вот здесь такие у нее нервные окончания. Все. Пошла ловить мышь. Мыша там поймала, заскочила. Считай снова. Шалаш. Первое. И перед этим, перед шалашом. На раздаче еды. На раздаче еды. Ты это делаешь? Нет. Нет. Понимаешь, как вот? А сидим рядом, за одним столом. У нас тут никуда, на кухне-то. Ты нет. Почему нет? Ну. Ну, если вы решили с Володей поменяться, без моего разрешения вы этого не можете делать. Не можете. Потому что вы мои... ближние, но не хозяева. Вы снимали с него эту обязанность? Здесь? Вы там снимали. Нам раздавать снял? Да. Ну, чтобы одновременно со стола мы сходили. На работу мы спешили, чтобы одновременно мы убегали на работу. А, вот как, ты сидишь дольше всех. Ну вот. Но здесь я тебе разрешаю, потому что на работу мы не уходим рано, и тут некуда идти. Так, вот она как, ей понравилось. Да я знаю, ты молодец. Она в библиотеке там дежурила год, наверное, всех мышей давила. Ее садистом назвал бы сразу этот Дудин-то. Садист. Мыша поймала, это садист. Воробья съел, садист. Садист хозяин, не это, не она. А ты за... Вчера какие ролики-то смотрели хорошие? Ой... Ласка за меня, ласка зверек. И как она ловит, крысу тащит борьба, садист. Так, чайку она ловит. А они смотрят, стоят люди, фотографируют, и где звери там уничтожают друг друга, в пустыне ловят львы, это все садисты. Это уровень, уровень развития. А отсюда вывод, что за мной они ничего не имеют. Зачем он дурью маялся-то? Слово садист я уже объяснял где-то. Сегодня его ролики, которые он мои гадит ролики, я их буду... Поясню, что это означает. Лихаимцы, льстецы, как говорится, хвостом машут и лижут у всех, кто выше их. Я никогда этого не делал и делать не буду. Я писал письма с этим патриархом в ООН, генеральным секретарям партии. Они от страха умирали тогда. Ой-ой-ой, еще будет. Еще не будет, отсидел и вернулся. Остался человеком. Свобода совести. А совесть – это тот участок души. Некоторые не знают, что такое совесть. Совесть – это тот участок души, участок, не душа, через который слышится голос Божий. Люди, сожженные в совести своей. То есть этот участок замурованный. Это погибшие. Попутно говорю. Дальше. Шалаш. Утром открывать, вечером закрывать. Здесь ты нет шалаша. Тебе не надо смотреть. Но ты бы спросил, а что теперь, как этот пункт заменить? У нас есть, где углярка.
и она должна быть закрыта, и вечером веревочкой завязать, замок мы не вешаем, завязать и петелькой, и что-то приставить. Видно было, утром открывали, не открывали, потому что воруют, воруют, воруют. По-другому, смотри. Это делал я. И внизу там такая, которая закрышка, все сделал, убрать подальше, чтобы лишнее не утащили. Залазят. Дрова воруют, там могут уголь, что угодно. Я веревочкой завяжу, я сразу вижу. Зимой видно след, куда потащили. У меня Надежда Васильевна, не знаю, почему она мне не сказала, рядом, недалеко здесь, ну, метров 50, может быть, даже меньше. Ну, 50 метров. Колонка. И она в колонку протянула шланг и себя здесь наливает в бочку. Что-то у нее не течет, вода. Она выскочила, а шланга-то и нету. Я сразу туда закричал, а шланга у меня нет, а утро ранее-ранее, еще сумерки прямо где-то. Я вышел, а кто шел, сорвал, он тащит, а и шланга это вода, и он через два дома зашел вот здесь вот, и завернул туда, и туда идет. Я сразу туда, а там цыгане. А парень этот, я не знаю, где он теперь, и не отдали, ну я что? Ну не отдали, не отдали, милиция пришла, еще они с ними там балагурят, стоят, я вижу, что ничего не будет. Тогда я их предупредил, смотрите, вы это взяли у человека, у верующего, у меня лишнего ничего нету, вы делаете неправильно. И парня то ли посадили, или где, уже его не вижу, не вижу даже, давным-давно. И все. Он шел с ночных там где-то похождений, где-то что-то, видимо, не достал, в это время шланг рванул и домой. Но где он, соседу продаст его? Смотреть надо, не оставлять без присмотра. А стоял бы я там, если около колонки-то, он бы не взял. И шланга не было. Ну и все, и поливать нечего, и поливать нечего. Ну и засохло все, и пропало. И уехали. Прочитай еще этот пункт. Шалаш утром открывать, вечером закрывать. Я говорю о сарае. Сарай. Вместо шалаша сарай, да. Сарай. И только один, а другие проверять, закрыты на замок или нет. У нас склады. Это углярка, дрова. На дровах ты уже таскал, не колол. Сережа исколол. Обычно Володя тут делает. Все. А приедешь, будешь шалаш открывать, закрывать. Тебе не трудно? Нет. Давай дальше. То есть веревочкой завязывать узелок и петельку. Чтобы каждый раз было. В темноте не видно, он подергает, он даже не поймет, что это такое-то. Это может задержать. Вор-то тоже приходит, чтобы ему ноги унести. Давай. Кошачий туалет, ну это для серого-то. Туалет. Что делать? Туалет серого нужно было там, менять каждые пару дней. У овечек, это у кошек. Ну, у серого кота-то, ну да. У серого котика, у кошек. У нас это делает, когда в тамбур в сене отпускаем кошку. И там земля есть, ты за этим должен смотреть. А где зимой, вроде, да зимой мы их туда не упускаем, поднимаем наверх. А там земля засыпана, они охраняют зерно у меня, там семечки, и вот. Ну и а здесь они под пол лазят, вот откуда сейчас разговор шел. Ну а там остается в силе, когда кота арестовываем за что-то. Он сидит, обычно он в дыру вышел и ушел. Давай. Витя сейчас этому белый, который хулиган-то бьет этого серого, ему что-то сделал там, и туда ходит, там кормит. Его нельзя никак, он этого обижает, и куда девать? У него уши будут отморожены, он погиб кот. Что делать? Его взять никуда нельзя, он моих бьет. Да я думаю, их надо вместе. Они же вон в том году так же было, ну, а потом... Ну, не знаю, Витя, надо как-то сказать, дать, чтобы он забрал его туда. Может быть, вместе они будут жить. Дальше. Ну, пошли тут нравственные чисто вот вещи. Ну, давай нравственные. Нигде не оригинальничать, указания выполнять точно и переспрашивать. Ну, ты выполняешь точно? Ну, никак ты их не выполняешь, ты их просто бросил. Значит, ты не нарушил это. Точно не выполнял, да никак не выполнял. Это означает, плевал я на ваши указания. Хорошо это или нет? Нет. Нет, не хорошо. Я это для чего тебя терзаю с раннего утра? Для чего? Для пользы там моей. Польза, чтобы ты другим был. Ну, дальше. Нигде не стоять праздно, что находится рядом и в пределах видимости касается меня. Я спешу. То есть ты стоишь где-то, кто-то что-то несет, чтобы ты везде был как огонек. Чтобы минуты твои руки зря не стояли. Что-то считал, места писания заучивал. То есть все время в движении. Коротенькую жизнь надо наполнить энергией. Не космос, там энергии, глупости. Просто чувствовать, сюда ответственный. Ты не сквозняк. Тебе нравится это? Нравится. Все прочитал?
Нет, и что? Давай. Ну вот тут, не считать себя посторонним, где я нахожусь, поддерживать порядок. Поддерживать порядок. Ты не посторонний. Раз ты ночуешь, ты как хозяин должен смотреть, убрать, поднять, спросить, чтобы у тебя все время чувствовалось, что ты здесь не сквозняк. Все? Ну, читать ежедневно, хранить в разных местах и в архиве. Вот это вот читать, переписал на несколько раз. Переписал? Да, у меня три. Три. Значит, и все забросил в один день. Даже это не помогло. Как все я обдумал, чтобы тебя вывести из этого состояния стагнации, застоя, гниения. И ничего у меня не получается. Ты по совести скажи четко, ты хочешь быть другим? Начинай даже с этого память развить. Хочу. Помолимся. Господи, слава тебе. Нет иного Бога, кроме тебя. Хвала тебе. Честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Поклон должен быть такой, чтобы рука пол могла достать. Ну, вот так. Доставать не надо, но проверить себя. Молись своими словами. Господи Боже мой, даруй мне добрую память, совесть, желание измениться и иметь жажду жизни интересной, наполненной смыслом. Благослови меня, Господи, на это поприще. Работа над собой. Тебе слава, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Отец и Сын, и Святой Дух. Аминь. Так, прошу нигде не мудрствовать в религиозных вопросах. Четко придерживаться Никео Цареградского символа, и чему учат нас Святая Библия, святые каноны, святые отцы. Мы православные. И никаких суемудрий, чтобы этого не было. Я вчера почитал, что у Кочеткова там есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я одному задал вопрос, а чего их заносят-то всех этих Бердяев и прочих, Павла Флоренского, даже Аввакума. Еще открыто, но почему дальше-то? Зачем они начали что-то совершенно никуда не годится уже? Четвертое лицо Троицы, о Христе там суемудрствует. Нам нельзя этого делать, мы православные, мы четко должны придерживаться этого символа. И канонов церковных никакой глупой экономии не должно быть. Экономия церковь уже предусмотрела. Если искренне кается со слезами, то уменьшается на 1/3 срока 5 месяцев. Если женщина аборт сделала 10 лет, а 1/3, это означает, может срок даже у нее уменьшится, но не ниже 6 лет. А не так, что 40 поклонов 5 дней делает и свобода, новый аборт делай. Вот. Чтобы не надо нам это ничего. Вот они нападают на меня, священники-то, нападают по глупости. И почему, я скажу, дай-ка псалтырь. Вот мы сегодня считали на молитве. Где он у нас? Ну, открывай 16-й псалом. Ну, вот здесь вот, считай отсюда. Смотри как. Считай. С 8 стиха. Храни меня, как зеницу ока. В тени крыл твоих укрой меня. От лица нечестивых, нападающих на меня. Вот на меня нападают, это нечестивые люди. Нечестивые, там, священник или кто-то. Совершенно неоправданно. Ничего не дают. У них никаких данных против меня нету. То есть он боится архиерея. И теперь, а ты патриарха, вот там то другое. Я сказал, я за это отвечаю. Он за себя заступится, если я его оскорбил. Подаст в суд. Мне не надо лицемер. Это лицемеры. Дальше. От врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем. Надменно говорят устами своими. Что такое в туке своем? Ну, тук это жир вроде как. Жир, они жирные, пузатые, срамные. Смотреть невозможно. Дальше. На всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы низложить меня на землю. То есть нет ему спасения в Боге, считаем второй псалом. Они криком кричат. Они богохульствуют. Берут суд Божий, еще суда Божия нету. И они, у них нет ничего того, что в моей биографии было. Нету, они этого не знают. Вот Кирилл Игумен на Берсеневке, там 300 метров или 200 от храма Христа Спасителя. Игумен Сахаров. Он это увидел. Я приходил, обличал настоятеля. Он не проповедует, народ ничего не знает. Игнатий выходит во дворе и стоит часами плачет. Часами плачет. У меня мокрая земля от слез. И это в церковной ограде, в советское время. Меня не за что арестовать. И пробил Господь слезами. Они начали проповедовать.
Ну, может ли он показать, это Дудин или кто-то? Да он не знает этого даже. Что такое слезы, это молитва. Он бы сейчас плакал и рыдал за все гадости, которые он тут выставляет и говорит-то. Но я это все обращу к ним, он зализывать будет. Я поясню, что ничего нету, что он выдумывает. Нету. И везде берет, где голубем голову режу. Ой-ой-ой, садизм, кровью заливает и все. Это лишенный разума человек. Тяжко больной. И что может... Я каждый день молюсь, и вы знаете, я выпрашиваю у Бога ему квартиру, квартиры нету. Мое-то отношение к нему не меняется, я просто страдаю о нем. Часами плачет, не минутами, часами Игнатий в церковной ограде плачет. Ну вот найдите еще, где это такое было. Ты можешь это сделать? Это невозможно на себя взять, это Бог дает, дает сокрушение о гибели народа. О катастрофическом положении в церкви. Духовная развалина, как патриарх Кирилл сказал. И Бог дает слезы. И где патриаршие, храмы, где я иду, иду и плачу. Видя все, что они сделали, лютые волки, не щадящие стадо, которые говорят превратно, чтобы только улечь за собою. Деяния апостолов, 20 глава, 29 стих. И дальше... Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Вот они спрятались под разными никами, обличители Игнатия. Да кого ты обличать можешь-то? У тебя и уважения ни к старшим, ни к кому нету. Он вообще не понимает этого даже. Он поп, и перед ним склонись. Да, ты раньше время рукоположен, ты никто. Ты нарушил апостольское вселенское правило. Выше Христа залез. Христос раньше 30 лет не вышел на проповедь. Дальше. «Восстань, Господи, предупреди их, низложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом твоим». Вот что, я считал, сегодня утром считали. Кто считал, Володя это? Да. Ну, мы попеременно считаете. Дальше. «От людей рукою твоею, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни». Они только здесь в этой жизни удел, они не знают. «Выкатились от жира глаза их». Говорят свысока, над всем издеваются, язык их расхаживает по земле. Вот это все как раз есть. Я за ними не гоняюсь, его жизнь не знаю. Я общее говорю, общее, что священство не заботится. И об этом говорит патриарх. Патриарх сегодняшний уже неоднократно говорил, Алексей, каких бандитов напринимали в церковь. Так вы же их принимали, раньше времени рукополагаете, они не крещеные. Ладошкой, ну, у него даже обливания нет, он даже не обливанец. А то уж с великой натяжкой, со смирением я признаю его благодатным и подхожу. Это, знаете, песня поется, она поет. «Пустомелюшка ты мой пустомеле, и зачем ты плетешься опять? Глаза бы мои на тебя не смотрели, но сердцу нельзя приказать». Вот он как. И что? Дальше. «Которых чрево». Володя, ну-ка, как они, смотри, вот они как с котиком любуются. Ну-ка, Володя, покажи. Вот они как, вот она как. Вот любовь какая у садистов-то. Это вот этот садист самый. Ой. Котя, тебя обзывает тут один поп. И вот тебя выгонит. А причащать все Б это будет подряд всех. Еще что? «Которых чрево ты наполняешь из сокровищниц твоих». То есть это Бог им дает, они этого даже не понимают. Они думают, за свечки Бог дает им. «Сыновья их сыты и оставят остаток детям своим». Вот так. То есть в достатке живут, не бедствуют. Заплаты не будут пришивать, как ты. «А я в правде буду взирать на лицо твое». Ну, понятно. «Пробудившись, буду насыщаться образом твоим». Все. Образом его, образом не на иконах, их тогда не было, а справедливостью Божией буду радоваться. Вот мы немножко договорились. Ты помолился, помни, о чем ты молился. Написано, не искушайте Бога в молитве, бодрствуйте в молитвах. Бодрствовать это означает постоянно помнить, о чем ты молился и говорить. Молиться надо учить в первую очередь, начиная с патриарха все. Это не это представление, которое они ходят друг за другом, выставляют шлейф, там несут 5 метров за ним, как за английской королевой. А нужно идти. Посох не просто палочка, я архиерею это в глаза говорю. А прямо идти быстро, ну, больной опирайся, от собак отбиться. Больше он ни для чего вам не нужен. Все, пока. Во славу Божию. Урок окончен сегодняшний. Вот она.